Это, наверное, компромисс вот, между разрушением и созиданием. Ну, то есть мы же бьем и приносим людям боль, их, с одной стороны, деформируем и разрушаем. И это одна сторона. Но с другой стороны, мы приносим победу и делаем своеобразный культ из нас, из спорта, из спортсменов, культ для своих друзей, семей, родственников. И это созидание, говорю, это компромисс.